Всем привет, с вами Арчер, и сегодня продолжаю проходить дальше Outlast, и остались мы в этой канализации, отдел канализации. И... ой, это страшно немножко. Мало где, я даже не знаю. Что ли? А там чего-нибудь? Ладно, я сюда. Закроем этого дебила. Так. И сколько я не пытался убавлять этот Outlast, он все равно громкий на видео в основном. Блин, я до туда не допрыгнул 100%. Что все закончится. Ну, бывает, говорю, то, что это вообще не страшно. Да и хватит улькать. Куда мне вообще идти? Я не могу понять, потому что вот эти мои коридоры я слышу, сука, обоссанная. Хорошо. Уходим отсюда из канализации. Что за пролаги? Ты дебил? Ты совсем чокнулся? А что это, собственно говоря, было? Идти-то надо. Там не идти. Это что вообще за коридор? Вдруг сейчас этот писюн сюда придет. Нам мне что, в кровь, видимо, надо идти? Я ничего не хочу. Хотя тут такие узкие щели, то что мне кажется, что толстяк сюда придется. Мне туда надо. Наверное, мне надо туда. Туда кто-то пройдет, я не знаю. Стой! За лаги. Доберитесь до чего? Так, вот кошечка. Увидите. А это не то. А вот заметки. А, о боже. Доберитесь до нижнего этажа. О, сколько тут у нее. Овощи сидят. А, ну это все. Это я все записывал, типа. Повсюду царит слово Валида.
А, удерживаем. Как это все муторно. О, мужичок. Мужичок. А, это который, за которым мы бежали, кстати. Это он. Чё за херня это сейчас была? Где мы вообще находимся? А, кстати, мы тут, куда нам надо было бежать. Ой, боже мой. Какой-то ребенок там вякнул. Закрыто. Ну. Что за херня? Он может выломать дверь, а кто это? Кто там? Кто там ломится? Кто там ломится, это лол? Здорово, мужик. Я тебя знаю. Ну что-то не особо охота открывать эту дверь. Там кто-то ломился, потому что. Да, ну ладно, что. Придется мне. По телеку комедия. Тут как-то я читал, что двери можно делать невидимыми. Как-то. Нет, как-то не так. Нет, никак. Куда мне надо идти, кстати? Так, мне надо куда-то добраться. Это что за молоко разлили? Ну вот, типичная квартира, наверное, семьи, вот как вы видите. Там кто-то ломится, кстати. Или мне показалось, или это у меня уже просто в глазах кто-то везде все ломится. Вот обычно ребенок пил молочко, разлил. Они тут все взяли, закрыли. Хотя не надо закрыть, а то вдруг я буду от кого-нибудь бежать. Кстати, я не хочу ни от кого бежать. Вообще не хочу бежать. Я хочу спокойно ходить. Там кто-то ломится. А, это у меня просто... Ой, могу через текстуру, кстати, посмотреть, если... Как-то... Вот, я вижу, там... Там никого нету. Поэтому там никто не ломится. Буду дверь нужно тоже открыть. О, чтобы вот так вот убегать, короче. А мы это, кстати, задвинуть можем? Нет, уже никак. Так. Мне нужно куда-то сюда идти. Но что-то я не хочу. Что за закон? Говорит. А, это он говорит. Сам себе. Кажется, я знаю, кто это сейчас тут будет. Я подумал, что это... Тут какой-то... Тут будет такой... Какой-то дед, доктор это вроде бы. Блин, вакт работает. Или работает, если я всё не сделаю сейчас, короче. Блин. Лучше куда-то вот так вот дальше туда пройти, короче. Сломать игру. Я когда, конечно, не хочу ломать игру, я просто хочу. Как-то через текстуру. А потом у нас что-то получится. Ой, я не хочу ломать. Я что-то как-то тошно чувствую. Мы уже 45 минут играем в эту игру. Какие-то кишки. Ну-ка, мне кажется, что у меня тоже тут ничего не получится. А, это доктор. Ой, что-то. Быстрее уже. Go around!
убегает туз. Уже запомнишь, что здесь нажимать. Здесь еще одна. Почему каждый все двери здесь есть, смотрите. Вот. Лохи. Они сейчас опять на входной пути, это точно. Кто где-то такой? Да, он сейчас сзади. Блядь, вы что так пугаете меня? Дайте. А, вот это вот сюда. Какой-то прохожий идиот. Чё, деньги. You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiters you want to live. You're that bullshit priest's guy, aren't you? Ты же парень того долбанного священника. As witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, buddy. The old two martini lunch. Have a little confab. Blah blah. Rowdier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. No, I love the mountain air up here. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Я хочу, я хочу. Those are the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Зачем мы в лифт? Ты лох, блядь, своей голой жопой. Типа не жопа, блядь. Чё он какой-то скулист? Putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking downstairs. Oh, боже мой. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and no movies. And it'll give us a chance to talk. Фу, жопа какая у него голая. Какие уроды. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Что ты там говоришь? It's understandable when people get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now.
You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money is gone? Даже не читай, что он говорит, мне просто вообще посрать уже. Он руки моет в этом? А, точно, боже. Make you believe. Все, я не смотрю. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Better now, right? Я не знаю, почему он нам пальцы отрезал, потому что он психованный. Потому что я думал, он специально это все сделал, на самом деле. Я вообще не знаю, короче. Я не встречался с такими психованными людьми, как этот доктор. Доктор Барменталь. Неужели ты вымыл? Как ты так, кстати, сделал? Слушай, сейчас блевать еще будет. Все, наблевал, молодец. Че, валим, короче, отсюда вот к чертям. Да. Быстрее убегаем, пошел отсюда. Закрываем двери. Я не знаю, как это вообще вот эти вот все обозначить, потому что это просто я не понимаю, это просто. Чего у него с ногами, кстати, это видео? Вообще, я не могу просто. Ведь нам могу так надо, я просто не знаю. Я не проходил эту игру. Может, нам еще сейчас нужно взять. Он сейчас за нами пойдет туда, в ту комнату, я бы не верю. Закрывай ты, дебил! Куда мне, кстати, бежать надо-то? Я этого не знаю. Я только сюда спрятался и все. А дальше куда бежать, я не знаю. Но сюда мне точно, наверное, не надо. Фу. А, нет, идет сохранение. Ну, типа сюда. К примеру, даже да. Я прошел через текстуру. Конечно, я знаю, что это нечестное прохождение, но... Просто попытался это сделать. Сейчас главное нам узнать, куда нам идти надо. Через текстуру прошел. Стоп. Что это за комната? Хочу осмотреться хотя бы. Лол. Это нечестно, я сейчас прошел. Мне, наверное, сюда надо спрыгнуть. А как мне сюда спрыгнуть-то? Как мне сюда спрыгнуть? Нет, вот. Где, кстати, я сейчас? Что ж, столько психов. Я не буду трогать его. В итоге я с багами как-то прошел. Читака босса. Я не хотел. Это случайно вышло. Душевая, вот, кстати. Через текстуру.
Доктора, кстати, что-то не видно. Дебила этого. Вот выход, да? Ну вообще сюда. Ключ. Тим, куда? Там какие-то. Да иди! Ну просто дверь открой, просто так. Куда мне, кстати, идти, я так и не понял. Мне либо надо идти... Не знаю, но ключ у меня есть. Куда идти, я не знаю. Вообще не знаю. Без понятия просто. Где этот доктор? А, он... Ты идиот совсем, что ли? А, он дверь выломал, кстати. Давайте я на этом моменте закончу. Вместе даже. А вот бумага. Не буду ее подбирать. Пошел ты нахер, все, трагер обоссанный. Ну мне от него убежать придется теперь, бегать. Я, у меня уже заплетают слова от этой игры страшно. Да, ну все. А, он с трех ударов, потому что. Все, пока. Мне, видимо, значит не сюда, я вообще не знаю, как я в этой комнате оказался. Через вентиляцию. Значит, нужно опять туда вон бежать, не в ту комнату. Ну, петух сейчас опять же меня будет искать. Сейчас нужно, чтобы он посмотрел под любую эту койку. Он посмотрел. Похер вообще, бежим. Сюда. А, вот, да-да-да-да-да. Откуда он, вот, пришел сюда, это было. Кстати, ну и зря. А, он дверь не может. Да быстрее отодвигай, ты дебил. Все. Трагер лох. Ой, лох, все, я прошел, кажется, этого трагера. I'm not giving up on you! Крем на том этаже. А вот и выход. Переиграл, мне так кажется. Где я? Извиняюсь, конечно, с этими пришел, с багами. Случайно вышло, вообще реально случайно. Поэтому всем пока, с вами был Арчер. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем. Всем удачи и всем пока. Да.